В Московской области проходит обучение членов участковых избирательных комиссий. Для этого проводят специальные обучающие семинары. С 30 августа начинают работу наши участковые избирательные комиссии по приему заявления в голосовании по месту нахождения, по приему заявления голосования на дому, вне помещения, то есть, ну и по уточнению списков избирателей. Ну, естественно, традиционно мы уделяем большое внимание обучению участковых избирательных комиссий. В Одинцовском округе 24 августа прошел масштабный обучающий семинар. В нем приняли участие представители 173 участковых избирательных комиссий. Процесс выборов и подсчета голосов должен проходить в строгом соответствии с законодательством и инструкциями. Для этого членам избиркомов рассказывают, как подготовить помещение, документацию и проверить оборудование. На 67 участках установят комплексы обработки бюллетеней. Для всех, кто будет там работать, также проведут обучение. Планируется у нас на следующей неделе обучение с каждого из таких участков. По 2 члена комиссии будут определены в качестве операторов КАИБов. И, соответственно, мы их будем также обучать. Там будет теоретическая часть и практическая. То есть они проведут весь цикл работы с КАИБом в таком учебном режиме. Кроме того, общественная палата и политические партии проводят обучение наблюдателей. Проверить полученные знания члены участковых избирательных комиссий смогут в рамках электронного тестирования на специальном сайте ПРЦИК Российской Федерации. Если тестирование пройдено успешно, выдается именной сертификат. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».